So, how do you folks in these parts deal with the stress of war? Vodka. Should have seen that coming. Ну, конечно. Так, все это дело отбегаем. Смотрим, что мне может пригодиться. Ёлки-палки. Не свезло, не свезло. То танк, то великолепное оружие. Так, у меня есть возможность занять высоту. А для чего? Оу. Хотя, конечно, блин, давайте все-таки попробуем не обычным способом, так сказать. Понятно, что я туда могу залезть, но я хочу попробовать отсюда. Ага, фокусник. А нет, я не могу оттуда. Значит, только отсюда есть вариант. Все великолепно. Там просто какая-то херня на крыше есть. А, это не на крыше, а там дальше. Ёлки-палки, сколько тут бежать. Придется делить пополам серию в дальнейшем. Ух ты ж, ни хера себе. Так, я что-то вижу. Вон там вот. Что-то фиолетовенькое. Не знаю, видно ли вам сейчас. Но там что-то есть. И нам необходимо узнать, что это. Есть какой-нибудь каиф? Да, что-то подобное. Что происходит? Что происходит? Понимать. Просто выжигаем все и вся. Так, где это? С этой стороны надо бежать. Так, встань ты. Или с этой? Или не стой? Бежит ты, ёбан. Есть ли тут рыбки? Мы их бы сожрали, значит нет. Так, мне как-то нужно пробраться. Кстати, у меня патронов мало осталось. Да ты чё, не можешь залезть, что ли? Да сук. Да сук. Где машина? Так, я понял. Есть еще одна машина. Ага. Правда, я не знаю, как я честным способом должен был это сделать. Дрон, сука. Новый секрет. Капец, конечно, секрет полиции. Вот он что. Ну, как всегда. Так, мне ничего из этого не нужно, что ли? Я такой замечательный, что у меня все есть. Понятно. Так, давайте поверху пройдем. Я что-то слышу. О, блядь. Занимаем верхушку и получаем его. Гарантированно. Подпадай ты там за тебя. Давай, 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 давай. Надо, надо, надо. Вот, все. Что за херня? Кто по мне стреляет? О, здорово, ребят. Я вас даже не видел. Нифига себе, вы посмотрите.
Какой боец. Так, здесь дробовичок. А где еще один? А где Владик? Просто Леонид Рэмбо. Не, у нас был еще один. А, вот, здорово, ты чем? Ты тоже с калашником, а что с одним? Так, а еще один момент интересный. Все держат на спусковых крючках, что ли? И рамы всегда готовые. Так, лево что-то есть. Вроде все из секретиков. Наташа, Влад, take the train. Start the engine and hitch the wagons. О, ни хера, тут что-то еще дают. Каждый русский знает крутого сына. Значит, Ваня, ты для меня больше не русский, что? Так, лучемет выжигателя. А, кстати, не помню лучемет в предыдущих сериях игры. Гранатомет был, причем с самого, по-моему, первого сына, он даже не меняется практически. Узнаваемый. Так, что справа? А что это у нас? Это броня у нас плюс 5, замечательно. Очень нужная вещь. Так, добраться до железнодорожной станции. А здесь вообще какой-то вагоноремонтный завод. И по всему. Так, у меня такое ощущение, что мы сейчас будем получать здесь. Видели, как там что-то висит? Стоит. Конь. Замечательно. Твою ж, сука, мать. А, блядь, там еще по бокам какая-то херня, я даже не видел изначально. Это свой, блядь, прости. Так, я думаю, что стоит, наверное, задействовать уже выжигатель. Что происходит? Ух, нет, не убивай меня, ты чего офигел? Так, вообще самое адекватное это встать где-то в одном месте. Терпи, 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 терпи. Че сел-то там? Ох, блин. С ними справиться, что ли? Чё? Вы меня не видите, вы меня не видите. Меня здесь нет. Это не я. Сука. Чё там, еще не сдох, что ли? Вот это вагонный завод, вот это я понимаю. Просто напихали за все, что можно. Кто там стреляет? А, ты что ли? Нагрел пацанчика. Ряд. С ракетами со своими. Так, здесь никого нет. Здесь никого нет. Давайте быстренько соберем. Вроде мы добрались до станции-то. Уже все, уже поборолись со всеми, с кем только можно. Так, здесь я все взял. А мне куда сюда надо? Вроде никуда не надо. А, все, вижу. Так, ну кстати, я здесь еще не все собрал.
этой-то стороны. Не все забрал, зато половину потратил. Да блин, защитить локомотив.